Всем привет, вы снова на канале «Любимая еда». Мы находимся в магазине Fix Price. Тут много выложили новинок к 23 февраля. Такие вот кружки оригинальные. Не знаю, цены не вижу, все новое, но вроде как, наверное, 77 рублей. Точно не скажу. Есть ли такие еще кружки с машинками? Так, набор. Вот такой есть набор. Здесь ремень, блокнот и ручка. Цены, к сожалению, тоже пока нет. Товар новый, только вот выложили. Так, есть вот такие вот набор. Тут ручка, как с подвеской. Подарочный набор. А, ручка-брелок. Есть просто ручка. Такая. Цвета разные в ассортименте. Здесь вот такой вот блокнот. Так, это у нас набор ручек. Инструменты. Вот так вот они выглядят по-разному. Вот есть такие мужские носки в банке. Очень оригинально, как подарок. Размеры 42-45. Так. Стоят они 99 рублей, такая баночка. Сейчас почитаю, какой состав. Состав носков, хлопок, эластан. Очень оригинальные, такие, наверное, возьму. Так, еще вот такие появились переходник USB с функциями передачи данных и зарядки. 23,5 сантиметра. И вот такая сумка на ремне. Поясная. Тоже на 23 февраля, как подарок, в принципе. Хорошо. Так, состав полиэстер, сталь, полипропилен. Вот такие вот маленькие брелочки появились 23 февраля. Разные. Так, это у нас наклейка декоративная, вот такая вот. Разные они тут, с самолетами еще есть. Машинками. Подарочные коробки вот такие появились. 15 на 15 и на 8 сантиметров. Состав картон-бумага. Вот такие вот. И вот такие еще. Поменьше. Цвета разные. Синие, серые, коричневые. К сожалению, цены не скажу. Ценников пока нет. Есть вот такие еще блокноты. Это блокнот 23 февраля, 70 листов. Так, это у нас что? А, шкатулка, машинка. Цвета разные. Так, далее термокружка 450 миллилитров, двойная стенка, сохраняет тепло до 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды. 450 миллилитров. Состав полипропилен, нержавеющая сталь, силикон. Цвета разные. Есть такие банки 99 рублей. Емкость для напитков с трубочкой 600 миллилитров. Трубочек тут почему-то нету. Так, появились вот такие подарочные кружки с крышкой и ситечком 345 миллилитров. Цвета разные.
розовые, голубые, зеленые. Цена, по-моему, то ли 99, то ли 199. Опять-таки ценников нет. Так, вот это у нас. Сейчас посмотрим. Подарочный набор. Флакон для парфюма 20 мл и зеркало. Состав алюминий, стекло, полиэтилен, полипропилен, полиуретан. 99 рублей. Вот так они выглядят. Есть еще вот такие кружки без крышек. 99 рублей. 420 миллилитров. Цвета тоже разные. Так, вот такие вот появились шкатулки. Тоже по 99 рублей. С крышками в виде сердечек. И такие вот цветочки. Так, что еще? Так, гирлянда, розочка 20 сантиметров. Ага. Световой поток 3 люмена. Мощность 6 ватт. Батарейки 2,5 ватт. А не в комплекте. Смотрится очень симпатично. Есть с розовыми цветочками и с белыми. Так, это у нас свеча в подсвечнике, ароматический цветок. Не знаю, сейчас попробую открыть, конечно. Вот так она выглядит. У нас крышки закрываются. Так, это у нас зеркальце, я так понимаю. Угу. Зеркало перламутр. Красиво очень выглядит. Нагреватель для кружки. Так, инструкции. Подключить USB кабель к компьютеру. Устройство нагревается в течение нескольких минут. Разные тут панды, кошечки. Там еще какие-то есть, не буду смотреть. Лезть неудобно одной рукой. Так, подарочный набор, ручка-брелок. Это уже женский вариант. Есть такие еще. Ручка, зеркальце, брелок. К сожалению, цен опять-таки нету. Все новое, все только выложили. Так. Это у нас клатч. 199 рублей он стоит, вот этот клатч. Так. Это вот для девочек. Сейчас посмотрим. Набор подарочный. Ручка, блокнот, 50 листов на замочке с двумя ключами. Оригинальный тоже, кстати. Так, пакеты подарочные, вот такие с бабочками красивые. Это у нас тоже, что это? Пакет подарочный 32 на 25 и на 11 сантиметров. Очень красиво смотрится, разные цвета. Так, это тоже клатч. В другом цвете, вот такой вот. Очень симпатичный клатч. Так, отдельно ручки вот такие, разные цвета. Подарочные. Синие, фиолетовые, розовые, красные. Есть вот такие вот шкатулки с зеркалом. Да. Что-то мягкое. В общем, выглядит вот так, но оно без упаковки, цены нет, к сожалению. Есть вот такие вот шкатулки. Ой, коробка подарочная 16 на 10 и на 4 сантиметра. Так. Состав картон, бумага, хлопок, сталь. Есть фиолетовые, розовые, зеленые, бирюзовые. Так, это у нас... Подарочный набор, планшет 80 отрывных листов, гелевая ручка.
не знаю, какую цену. Тут уже разные в ассортименте. Есть такие еще. Есть такие. Так, ежедневник 160 листов. С резинкой. Наверное, 199 рублей, скорее всего. Не могу сказать, цены нет. Вот эти сердечки были 149 рублей. Это было к 14 февраля. До сих пор еще продаются. Это, я не знаю, сердечки тоже какие-то. Так, есть блокнот с конвертом для документов 60 листов. Вот так он смотрится. Опять-таки цен нигде нет. К сожалению, не могу сказать. Так, это у нас декоративное подвесное сердце. Угу. Есть такие. Ну и тут разные. С пайетками, фиолетовые, зеленые, розовые. Так, наклейки, декоративные цветы. 26 на 10. Вот такие вот. Есть сердечки, цветочки. И так далее. Есть такие вот часы. По 199 рублей настенные часы. Разные в ассортименте. Вот такие очень красивые. Они легкие такие прям. Да, размер 240 на 240. Батарейки АА в комплект не входят. Угу. Стрелки какие-то слабые, все обваливается. Не знаю насчет качества. Сомнительно. Вот такие есть еще часы. По 199 рублей. Три в одном. Что тут у нас? Переводное колесо. Подвес на стену. Магнит на холодильник. Элемент питания в комплект не входит. Подставка в комплекте. Срок годности 5 лет. Товар не подлежит обязательности сертификации. Сделано в России. Там еще есть такие вот голубенькие в виде месяца. Симпатично. Есть вот такие еще часы с маятником. Вот такие вот еще часы. Настенные с маятником. Угу. Оригинально сделаны. Большие такие достаточно. Они все легкие. Так. Декоративная фигурка. Вот такие вот как бы гуси. По 99 рублей. Вот такие вот гуси. Есть вот такой вот мишка с подсвечником. 9 сантиметров подсвечник. Так, вот это у нас тоже декоративная фигурка. Полипропилен 77 рублей. Вот такие. Вот так вот они выглядят. Есть еще декоративная фигурка по 77 рублей. Тут пингвины. Стоят очень неустойчиво, падают. Так, фотоальбом 10 на 15 по 77 рублей. Такие вот цвета разные. Морские звезды, розы. На любой вкус. Так, это у нас декоративный LED-светильник на батарейках. Батарейки АА, две штуки в комплект не входят. Вот такой вот светильник. Он тут почему-то один остался. Наверное, разобрали. Так. Вот такие большие копилки. Хрюшка, котик, зайка. Цены не вижу, опять-таки. Копилки очень большие, достаточно такие объемные. Оригинально. Это кот с короной. А, вот цена, 199 рублей. Да. С
состав Деломит. Все, я буду заканчивать на этом свой обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.